Приветствую вас на канале Самоделушки. Сегодня мы смастерим сумку-переноску для кукольного любимца. Нам потребуется баночка из-под йогурта, сеточка или капрон, фетр, клей, бусины, нитки и иголки, картон, ножницы, ножик, карандаш или фломастер. Обведем коробочку. Вырежем эту деталь. Вырежем такую же деталь из фетра. Склеим две детали. Вырежем два прямоугольничка. Приклеим их к баночке, промазав деталь с трех сторон. Это будут кармашки. Вырезаем две узкие полоски и приклеиваем ручки. Нарисуем на коробочке вход и вырежем его. Нарисуем дверцу. Чуть-чуть больше, чем отрезанная деталь. Отступив пол сантиметра от края, нарисуем внутреннюю часть дверцы и вырежем. Пользуясь шаблоном, нарисуем две детали на фетре и вырежем эти детали. Приклеиваем сетку. Сверху приклеиваем деталь из фетра. Излишки сетки обрезаем. Сделаем две петельки из нитки с одной и с другой стороны дверцы. Наклеим вторую деталь. Теперь на уровне петельки проделаем дырочки. Пользуясь этими дырочками, пришьем бусину с одной и с другой стороны. Теперь зафиксируем дверцу при помощи петелек. Временно снимем дверцу и приклеим донышко. Ну вот и все. Переноска для домашнего любимца готова. Всем приятного творчества и до встречи в следующем видео.